Мы рады видеть тебя, Дитер, в нашей стране. Начнем традиционно с первых впечатлений. Ты уже выступил в Ленинграде. Я приятно удивлен, потому что наши газеты пишут, что у вас плохое питание, такие плохие гостиницы, ну вообще условия. Но мои отели здесь мне нравятся. Но главное, что меня поразило, ваши великолепные, гостеприимные люди. Теперь некоторые вопросы, которые, я думаю, заинтересуют твоих многочисленных поклонниц в нашей стране. Ты женат? Да, конечно. У тебя есть дети? Да, у меня два сына. А как их зовут? Я думаю, все это знают. Но тем не менее, мою жену зовут Эрика, Марк мой старший сын, ему 4 года, и у меня есть младший сынишка, ему всего 9 месяцев, его зовут Мавин. Какой у тебя обычный распорядок дня? Обычно у меня очень утомительный день. Я просыпаюсь в 7 утра, очень рано. Всегда много работы по хозяйству. С утра после завтрака я начинаю с ремонта, потому что у меня в квартире очень много всяких технических устройств, и что-то вечно ломается. Где-то в 9:30, если настроение хорошее, начинаю работать над музыкой. Иногда для того, чтобы написать несколько песен, требуется целый месяц и еще один месяц на то, чтобы эти песни записать в студии. Также вы, наверное, знаете, я продюсер многих молодых артистов и уже признанных звезд. Ну, например, Барри Манилоу, Сабрина. Вы их знаете, наверняка я им писал песни. Я слышал, что Сабрина у вас выступала несколько месяцев тому назад. А Сиси Кейдж приедет к нам через несколько месяцев. Да, но я теперь расстался с Сиси Кейдж, хотя именно я написал ей 11 известных всей Европе шлягеров. Но недавно она сказала мне, что хочет работать с английским продюсером, и теперь мы расстались. А как насчет Криса Нормана? Та же история. Это очень огорчило меня, потому что я всего себя отдал этим артистам. Твое хобби. Чем ты увлекаешься, помимо шоу-бизнеса? Ну, не так много увлечений, помимо музыки. Я люблю играть в теннис. Ну, а футбол, например, конечно, люблю. Я же из Гамбурга. Спасибо. И в заключение, что бы ты сказал тем телезрителям, которые просто не смогут посетить твои концерты? Я бы им сказал... Я вас люблю. Окей? Я вас люблю. Well, thank you very much. А ты не находишь, что «люблю» звучит похоже на «Blue System»? «Blue System» — название новой группы Дитера Болина. Гастроли Дитера продлятся до 16 ноября. Thank you.
вопрос.